Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание воде и поговорим о том, почему нужно разговаривать с водой, как вода нас может услышать, и как она нас слышит, и как она нам может помочь в той или иной ситуации. Друзья, очень важная информация, поэтому, пожалуйста, ее не игнорируйте, а обязательно изучите вместе с нами. Вы знаете, вы удивитесь, но вода обладает очень сильной энергетикой, которая способна оказывать важное воздействие на жизнь того, кто знает, как использовать ее силу себе во благо. Она способна избавлять от бед и проблем, убирать очень сильный негатив после тяжелого дня или же серьезных проблем. Думаю, каждый из вас замечал, что придя домой, после того, как кажется, что весь мир лежит на плечах, когда ноги практически не хотят больше совершать ни единого шага, поставив под душу, вновь начинаешь ощущать силы. Идет энергетический прилив. А все потому, что вода в такой момент очищает энергетические каналы человека, которые по той или иной причине загрязнились и тем самым причиняет такой вред общему самочувствию человека, как физическому, так и энергетическому. Вода – это очень загадочное вещество, силу которого не могут объяснить еще и в наше с вами время, когда существуют такие передовые технологии, о которых немного ранее и представить было даже трудно. Вода способна впитывать все то, что ее окружает. А вот здесь уже нужно быть осторожным, так как это, к сожалению, не всегда хорошая энергия. Ни в коем случае нельзя пить воду, если она стояла на столе в тот момент, когда в семье между кем-то происходил конфликт. Даже если кто ее выпьет, кто принимал участие, он получит в жизнь все то плохое, что она впитала. Жизнь такого человека может измениться не самым наилучшим образом. Биополе ослабнет, он не будет иметь сил на то, чтобы доводить задуманное до конца. Поэтому, если так же произошло, воду нужно вылить без сожаления, сделав перед этим с ней три круга по часовой стрелке в том месте, где был неприятный разговор или же ссора, после чего сразу же вылить, проговаривая такие слова, да. Слова «вода – все зло, все эмоции негативные, что ты впитала, из дома унеси, его от них освободи». Таким образом, вы используете ее в своих целях, и она никому не причинит зло. А те, кто поругались, очень быстро найдут общий язык и помирятся, а конфликт не затянется. Так на воду может воздействовать и энергетически сильный человек, прочитав на нее определенные магические слова, вылив под порог того, кому не желает добра, он может наслать очень сильную порчу. И пока человек разберет, что с ним происходит, вода уже вовсю начнет действовать, разрушая жизнь не только того, на кого она сделана, но и на жизни всех тех, кто живет в таком жилье. Поэтому, если вы увидели возле своего порога непонятные лужицы, не затягивая, сразу проведите энергетическую чистку. Первым делом возьмите церковную свечу, подожгите ее, обведите по периметру лужицы и капните в центр каплей воска, проговаривая при этом такие слова: «Воск, печатай, тот посыл, что вода излучает, ему более не позволяй на кого-то влиять и жизненные силы отбирать». Затем вам понадобится веточка крапивы, которую вам нужно сжечь, а пепел рассыпать на лужицу, проговаривая при этом такие слова: «Больше негатив вода не излучает, к обычной структуре ее призываю, влияние негативное с нее убираю, крапива ей силу дает, негатив с нее соберет». Так все должно находиться на протяжении 3 дней, после чего нужно промыть светлым куском ткани, который потом сжечь. Если какие-то процессы уже начали, то все прекратится, восстановится. Если же вы успеете вовремя, то даже не ощутите влияние, так как это простой, но в то же время это старинный древний ритуал, который способен убирать достаточно сильный негатив. Проделав его, окурите свой дом лавандой, проговаривая при этом такие слова: «Мой дом только светлой энергией наполняет, негатив в нем не бывает. Если такой вошел, с помощью лаванды его выгоняю, а энергетику жилья силой наделяю». Веточки нужно после того, как закончите, вынести и выбросить на природе возле водоема с бегущей водой. Он будет помогать вам и привлекать в дом достаточно сильной энергии, благодаря чему на него никто не сможет больше повлиять.
Вода способна отображать и посылы Вселенной. Через воду Вселенная способна помогать тому, кто обращается к ней за помощью, оберегать данного человека, если на него посыпались беды, которые он не заслуживает. Все живое нуждается в воде, так как вода наделена животворящей силой. Она способна восстанавливать то, что не под силу никому. Также и человек недаром состоит из воды. Таким образом, он имеет со Вселенной достаточно крепкую и тесную связь. Вода способна избавлять человека от негативных мыслей, желаний, освобождать голову, наполнять ее тем, что поможет данному человеку добиться желаемых результатов, сделав первые шаги в нужном для него направлении. Вода – это очень важная стихия, которая способна нести в себе потоки очищения, любви, счастья, светлых эмоций, помогая не стоять на одном месте, а постоянно развиваться. Она способна притягивать такие качества, как мудрость, красота, сила, помогать сохранять то, о чем мечтает человек, и одновременно избавиться от того, что ему мешает, для того, чтобы идти дальше. Энергия воды способна притягивать потоки нужных на определенном этапе энергии, возобновлять то, что нужно, вырабатывая при этом энергетические волны, которые с легкостью справятся с любыми поставленными перед ними задачами. Вода способна передавать все то, что услышит. Это могут быть как молитвы, музыка, различные разговоры, которые создают в ней особые ячейки памяти. Энергию воды можно сравнить и с женской энергией, так как она, как и женщина, дает жизнь, способна никогда не останавливаться до тех пор, пока не достигнет нужного результата и может пробиться через любые преграды ради родных и близких людей. Также женщина, находясь возле мужчины, дает ему силы, подталкивая его только вперед. Для того, чтобы пополнять водный баланс, а вместе с ними и силы, нужно пить много воды. Делать это нужно правильно, не спеша, ведь смысл не в том, что вы должны ее просто в себя залить, а в том, что вместе с ней вы должны впитать ее энергию, которая поможет вам во всем, в том, что вы задумали, в том, что вы делаете, укрепит ваше биополе и восстановит энергетический баланс. Нельзя возле воды обсуждать болезни, смерть, даже если это просто разговор, так как вместе с водой вы примете эти негативные и ни в коем случае не нужные для вас энергии. Для того, чтобы в вашей жизни все было хорошо, перед тем, как выпить воду, поговорите с ней. Делайте это всегда в приподнятом настроении, думая о хорошем. Но подбирайте время, чтобы вас никто в этот момент не отвлекал, так как помешает вашей с ней энергетической связи, и вы не получите желаемый результат. Вам нужно проговаривать трижды такие слова. «Водичка, мне помоги, тем, чего не хватает, меня надели. Ты это на энергетическом уровне ощути, и меня от бед и проблем защити. Уверенностью меня наполни, здоровьем надели, красотой удиви. С каждым днем вы будете чувствовать себя намного лучше, у вас будет больше сил, энергии, ваша жизнь будет меняться только в лучшую сторону. Все свои вопросы вы будете с легкостью решать, вы станете уверенным в своих силах и в действиях человеком. Если вы нуждаетесь в какой-то конкретной помощи, например, желаете, чтобы она помогла притянуть вам удачу, вам нужно проговорить такие слова: «Твоя помощь, водица, мне нужна». Меня удачей надели, нужный этап в жизни начни. Вместо удачи можете подставлять любые слова: счастьем, любовью, успехом и так далее. Все это обязательно придет в вашу жизнь. Также, если вы хотите привлечь денежную энергию, тогда наберите в кастрюльку или же в мисочку проточную воду. Положите по кругу в нее 8 монет желтого цвета, самого большого номинала, который у вас будет, и обязательно одинакового номинала. На каждую из них проговаривайте такие слова: «Денежную энергию вода впитай, приумножь и мне передай, чтобы в деньгах никогда нужды не знала, а с денежной энергией связь не теряла, только укрепляла». На протяжении 8 дней вынимайте одну монету, ставьте ее в районе солнечного сплетения, а сами в этот момент умывайтесь данной водой, после чего монету в этот день отдавайте нуждающемуся. Как только проведете данную практику, в течение 8 недель деньги начнут поступать в вашу жизнь в нужном количестве, что откроет перед вами абсолютно
абсолютно новые возможности. Только никогда никому, даже своим близким, с кем вы живете в одном доме, не рассказывайте об этом, чтобы денежная энергия не ушла. Это должен быть ваш секрет. Если у вас есть какие-то сильные проблемы, то придя домой в любое время, откройте кран с водой, наклонитесь и на бегущую воду расскажите все то, что вас беспокоит. Когда договорите, нужно закончить именно такими словами: «Все, что вода тебе только что рассказала, из моей жизни убери, далеко унеси, чтобы об этих проблемах больше никогда не знала и даже о них не вспоминала». После того, как закончите, сразу закрывайте кран. Вы почувствуете легкость и спокойствие. Постарайтесь больше ни о чем не думать. Расслабьтесь, увидите, все очень быстро решится само собой. Если же ситуация сложная, вы с легкостью найдете из нее выход, и он придет в вашу голову. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, в полнолуние положите в воду серебро. Это может быть украшение, это может быть монеты. И далее проговорите трижды молитву, и затем на протяжении 3 дней этой водой обтирайте свое тело. И вечером, принимая душ, представляете, как вода смывает с вас проблемы, которые вас беспокоят, что они больше на вас не влияют. О том, что вода заряжается серебром, знают многие, но то, что воду можно зарядить с помощью солнца, луны, к сожалению, известно не всем. Но такая вода также обладает большой силой и способна во многом вам помочь. Так, например, солнечная вода притянет в вашу жизнь счастье, любовь, светлые эмоции, приятные моменты. Сделает вашу жизнь более разнообразной, интересной, и вы увидите то, что ранее было скрыто от вашего взора и чем не могли пользоваться себе во благо. Для этого вам нужно взять 3 стакана воды, разместить их на подоконнике, так чтобы на воду попадало солнце. Оно должно нагреться от него, стоять они должны от 3 до 8 часов. При этом, когда разместите, вам нужно будет проговорить такие слова: «Солнечная вода, помощница моя, услугу окажи, силь жизнью счастливой меня надели, пусть то, о чем сердце мечтает, вселенная воплотить помогает». Когда вода настоится, ее нужно будет на протяжении 3 дней на рассвете выпивать по 1 стакану. Перед этим обязательно говорите такие слова: «Воду солнечную пью, то, о чем мечтаю, получаю». И думаете, сразу визуализируя то, что хотите. Очень скоро так и произойдет. Не забудьте открыть кран и проговорить слова благодарности от души, подставив в этот момент левую руку под кран. Лунную воду нужно заряжать на растущую луну. Она способна получить желаемую работу, быстро пойти по карьерной лестнице, привести отношения к браку, убрать любые тревоги, печали, избавить от депрессии, различных проблем, недопониманий, как в семье, так и с коллегами, помочь обзавестись хорошими друзьями и добрыми людьми в своем окружении. Для этого наберите проточную воду в любую стеклянную посуду, но главное, чтобы в ней не было сколов, ни в коем случае трещин, так как вода в таком случае впитает негатив, и после чего выставьте данную посудину в окно и повертите ней, проговаривая такие слова: «Вода силой луны, наберись, о том, что тебя попрошу, ко мне притяни, то, что вперед мешает идти, с моей дороги убери, новые двери передо мной отвори, чтобы в них вошла и жизнь новую, полную изобилия и стабильности обрела». Когда закончите, закройте окно, оставьте ее в доме в том месте, куда будут падать лунные лучи. Утром умойте с ней и глоточек выпейте. Так проделывайте также на протяжении 3 дней. В течение 3 месяцев вы получите то, для чего призывали ее в помощь, и избавитесь от того, что вас расстраивает и мешает жить полной жизнью. Появится шанс, которым вам нужно воспользоваться, так как это наполнит вашу жизнь только хорошими событиями. Эмоциональное состояние придет в норму, а положительные эмоции будут наполнять вас. А вы знаете, что человек излучает то, что притягивает, и данная вода поможет обязательно вам в этом. Есть еще радужная вода. Ее нужно использовать тем людям, которые хотят начать свою жизнь с чистого листа. Им для этого нужны силы. Такая вода поможет обрести гармонию с окружающим миром и сделать связь со Вселенной еще более сильной. Для этого, когда увидите радугу, нужно набрать чашку или стакан воды, накрыть его ладонью левой руки, а правую поднять ладонью к радуге. Закрыть глаза и представить, как сила радуги попадает в чашку или стакан с водой. После чего сразу его выпить, проговаривать
выговаривая такие слова, как эта радуга. Яркими цветами меняется, переливается, так и моя жизнь такими красками наполняется. В течение 7 дней ваша жизнь кардинально изменится в лучшую сторону. Больше вам не придется ни о чем жалеть и ни о чем мечтать, так как мечта действительно станет явью, что вас значительно порадует, приободрит, наполнит новыми силами и идеями, с помощью которых вы будете подниматься все выше и выше, пока от старой жизни не останется ничего. Главное, не берите с собой то, что вас огорчало, отягощало и мешало дышать полной грудью. Заряжайте воду позитивом. Для этого стоит включать хорошую музыку, читать молитву. Такая вода будет благоприятно сказываться на жизни всех тех, кто ее будет пить. Здоровье будет наполнять каждую клеточку, а энергетические каналы будут чистыми. Светлая энергия будут привлекаться в нужном количестве, а не нужно обходить вас стороной. Но нельзя употреблять несвежую воду или же ту, которая напитана негативными энергиями. Нельзя пить воду, если она стояла во время того, как вы проводили уборку, потому что это привлечет в жизнь неудачи и проблемы. Обращайтесь к воде за помощью, изучайте все, что с ней связано, и вы увидите, сколько всего интересного, а главное полезного вам удастся перед собой открыть. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии, пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.